Да. Значит, понты дороже денег. У нас все очень хорошо. 50 сколько миллиардов там, и сейчас теперь еще 50 столько же футбол. Не знаю, что сказать, ребята. Россия богатая. Неважно, народ как живет, но в хазны всегда у нас много денег. Как называется это? В хазнах? Тот... А? Хазна. Хазна, да. В хазне, то есть много денег, поэтому... Ну ладно, еще 50 миллиардов пусть пойдет на футбол. Не знаю, не знаю. Немножечко я консервативный человек. То есть я не пессимист, я оптимист. Всегда смотрю на будущее с прекрасными глазами и вижу очень блестящее будущее в России и для России, и народ России. Но если мы берегать не будем копейку свою и будем для показухи перед миром, что мы такие великие, и тратить, строить самый большой, я не знаю, будем похожи на дубайского шейха там, когда он построил самый высокий дом, построил, в итоге он в долгах. Дубай, мне кажется, уже Дубай должен всем, кому не лень, понимаете? Поэтому, не знаю, я очень хочу, чтобы имя России по всему миру как жемчужина просветала и процветала, то есть и блестела. Но давайте отдохнем чуть-чуть, хотя бы, понимаете, Олимпиада, это, пятое, десятое, потом еще футбол. Но дайте дышаться как-то, набираться, то есть карманы, то есть что вы.